Всем привет! Очередная посылка из Китая. Открываем, смотрим, что же нам пришло. Кстати, доставка уже не бывает, там 2 месяца, 3 месяца. А, это еще одна ловушка для улиток. Странно, я заказывал одну, а мне прислали 2. Открываем. Ну вот ловушечка. Натягиваем на леске, опускаем вниз. Опускаем вниз аквариум, а вот сюда вставляем еду. И улиток достаем, они сюда приползают. Просто их вытаскиваем и выкидываем. Ну или кто там хочет сушить, там, что вы с ними будете делать. Значит, видео на обзор, как это работает в аквариуме. В конце переходите по ссылке. В конце этого ролика, пожалуйста, все, всем спасибо, всем пока.